немножко глаза. Очки наденем красивые? И вот розовые наденем. Наденем их сюда? Давай. Очки, и я в них буду твои зубы рассматривать. Давай, Кнечка, поправим твои суперочки. И я надену перчатки специальные. И посчитаю, сколько же зубов. Включаю свой фонарь и посмотрю. Открывай, пожалуйста. Ну, кто мне такая смелая девочка? Настраивал привезу. Там конфетка прицепилась, или может быть бутерброд? Может быть, есть конфетка. Давай. Ух ты. Попробуем с тобой. Голубенький. Он немножечко шумный, но не страшный. Так? Еще попробуем? Давай, открывай. Закрывай. Закрывай. Ты умничка. Меня зовут Аня, я пришла сегодня со своей дочкой Верой, у Веры синдром Дауна, и сложно бывает лечить им зубки таким ребятам. Вот, в Dental Fantasy мы пришли, ну, потому что мне посоветовала подруга и сказала, что здесь врачи умеют находить подход к разным ребятам, с особенностями в том числе, и мы пришли. Очень довольна. Вот, в итоге Вера вот лежит на кресле, позволила счистить налет, позволяет сейчас щеточкой чистить зубки. И я совершенно, в общем, я поражена. Какой у меня ребенок чудесный. Сегодня у меня на приеме была Вера. Она особый ребенок, но несмотря на ее особенности, зубы у нее абсолютно типичные для трехлетней девочки. Мама очень хотела почистить налет с ее зубов, что нам с большим успехом удалось благодаря помощи Веры и мультфильму «Три кота». Сегодня мы почистили Вере зубы, навели красоту, подобрали самые красивые, самые подходящие для нее средства гигиены. Мы планируем встречаться раз в 3 месяца и поддерживать ее зубы в здоровом состоянии с помощью гигиены. А завтра ждем ее сестру Беллу. Со слов мамы, к нам придет маленькая принцесса.